3 марта в рамках цикла мероприятий, организованных в нашей стране в связи с проведением в Баку финального матча Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019 года, в центре столицы перед Национальным музеем азербайджанской литературы прошла встреча под названием «Баку-2019. Финал звезд». За встречей наблюдали президент Ильхам Алиев и его дочь Лейла Алиева. В поединке «Баку-2019. Финал звезд» встретились команды «Западные звезды» и «Восточные звезды». Президент Ильхам Алиев встретился с участвующими в матче футболистами. Президенту Ильхаму Алиеву был вручен Кубок Лиги Европы УЕФА. Встреча, прошедшая в напряженной спортивной борьбе, завершилась победой команды «Западные звезды» со счетом 11-10.